Доброе утречко. Ленку провожаю в школу. У нас на улице потеплело, хоть туман сегодня, сырость, но нормально. Все, давай, подожди. Все, давай. Счастливо, удачи тебе, хороших оценок. Все, пока. Девочка. Все, Соня, пошли до дома, до хаты. О, споткнулась. Так, где Ленуська? Сколько градусов? А градусов 14. Нормально, хорошо так. Хорошо. Сегодня полностью с открытым окном спали. Такая благодать. Где она? Может, что забыла, возвращается? Вы ее видите? Я нет. Возвращалась Лена. Бедный ребенок. Она забыла шапку, подумала, как она выйдет, пойдет по двору. Мама будет ругаться, что она без шапки. Я говорю, да ладно, иди без шапки. Чего, 14 градусов? Какая шапка? Возвращаться будешь, теплее будет. Да она ж вернулась, представляете? Чтобы мама не ругала, не увидела, что без шапки. Так, ну и где ты есть? Дубль номер 2. Ленка, колбаса. Где? Ой, может опять? Возвращается. Ну и что? Вон она идет. Ленуська. Она в школу на полчаса раньше встает. Я говорю, чё ты будильник? Обычно мы ставим на 6.20, 6.30. Она на 6 ставит. Поспала бы лишних еще лучше 20 минут. Не, встает. Сидит еще что-то. В телефоне там копается. Ой, девочки, припевочки. Сейчас здесь ее провожу. Соня, не рычи. Рычишь. Охранница моя. Вон Лена. Та-да. Все. Мама проводила. Отлично. Что, Соненька, покормить тебя? Кушать хочешь, девочка моя хорошая? Видите, туман какой вон на той стороне. Это немножко уже так лучше стало, то было больше тумана. Туман, осенний туман. Что, Соненька, Лена ушла, тебе грустно? Грустно собачке, да? Ну что ты? А это что такое? Вот это что? А, носок! Ты где взяла носок? Ты где взяла носок? Ты что? Нельзя носки таскать. Вон у тебя игрушку принесла. Это кто? Это кто? Это Утя? Это Утя? Собачкины девочки, толстушечки. Лежит, отдыхает, там у Лены нету, я ее жду со школы. Вот тут лежу и жду просто Лену. Где Лена, Соня? Лена! Где Лена? Соня. Лежит, скучает девочка. Аласа, знаете где? Аласа, тут Лена ей подстелила, короче, одеялко. Тут у нее Ласа живет на подоконнике. Она отсвечивает от окна. Вот она. Ласотка. Ку-ку. Ку-ку. Ой, кусает меня. Ой! Что такое? Ты меня съешь? Это же тюль старая висит, потому что новую не вешаем, Ласка ее дерет все равно. Все равно дерет собака, такая собака. Кошка-собака. Да. А Лена ей разрешает, потому что тюль старая и по барабану, да? Да. А, больно, ты шу, Ласатун. Все, хорош. Девочка. Что, мама с Ласой гуляла, да? А ты ревнуешь, да? Ушастая.
Доброе утро, друзья! Всем еще раз доброе утро! Завтрак! День с чего начинается? С завтрака. Чай, чай обязательно. Да. А я уже кофе, полстакана, но у меня холодная уже, ну не буду чай себе делать. И бутербродики. Бутерброды и квашка, капустка. А что еще надо? Ничего не и надо. Собака. Солику, солику съесть тоже. А я так каши ей не давала еще. Не, лень, давай мы поедим, а потом я ей дам, да? Хорошо. Блин, а собака будет заглядать. Ну кинем что-то ей. Да. Ну да. Не грусти, ну так получилось в жизни. Мать лентяйка не хочет кушать давать. Да ты уже как колобок, Саняка. Мама растет, ты растешь. Что творится в этом мире, да? Зубастик. Ты зубастая собака-улыбака. Все, и ласотка он к тебе пришла. Да. Подмоги девочка, тоже здоровается. Все животные собрались, все. Родители встали, значит будет пожрать. Все, ребятки, мы завтракаем. Соника гуляет на улицу, собралась. Скорей, скорей, открывай дверь, папа. Я буду гулять. Девочки хорошие. Все, выходите. Девочки хорошие. Собачки. Потому что ж тоже в туалет неохота. Папа, папа, в туалет охота. Отведи меня, пожалуйста, на уличку немножко. Может, я там встречу друзей. Она любит с собачками гулять, да? Да. Да. Собаки, собаки, кто там? Сонечка, веди себя хорошо, слушайся папу. Вот топчется, топчется уже, все, 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 вперед. Все, давайте. Сонина. Сонина. А не знаю, почему на меня тянет. Меня так тянет, ох, как меня тянет. И я все время пропадаю ночами, ночами, ночами. Все это было не раз, и, к сожалению, все повторится, все повторится. Я только время поменяю и лица. Зеленый цвет я не поменяю. А я узнал интересный момент, что и Ван Гог, и Матисс, и Дали курили табак, употребляли абсент и кое-что, что я тоже могли. Курили табак, употребляли абсент и кое-что, что я тоже могли. А я узнал интересный момент, что и Ван Гог, и Матисс, и Дали курили табак, употребляли абсент и кое-что, что я тоже могли. Курили табак, употребляли абсент и кое-что, что я тоже могли. Запах белых больших пирамид зовет себе миллионы стай. За пирамидою кто-то стоит, но ты в обиду меня не дала. А я иду, а за мною след. Он почему-то огнем горит, и мне так больно ответит нет. Не за тебя кто-то отомстит, и мне так больно ответит нет. Не за тебя кто-то отомстит. По сотни причин, по сути ничьих. И это вполне привычно. Сухое горчит, а сердце стучит. Уже не о нем почти что. Все, что не забыть, немного знобит. Накину его на плечи. Он где-то внутри, вдруг переболит. И будто бы стало легче. Не бывает без него и с ним. Я все время где-то возле. А я разделила свои сны поровну на то и после. Я к нему приклею себя на скотч. Я его надену, чтоб потеплее. А с неба будто бы это дождь. Его гладят каплями по щеке. Я к нему приклею себя на скотч. Я его надену и застегну. И не по себе тогда от того, что скучаю больше не по нему. Ту-ру-ту, ту-ру-ту, ту-ру-ту. Ту-ру-ту, ту-ру-ту, ту-ру-ту. Песня классная, но я могу лажануть, мать, я сто лет ее не пел. Там есть высокие моменты. Давай. Попробуй. Хотел бы.
хочу, а когда приду, не замечу, снова суета. Все смешало, выразить слова. Жизнь устала, я прошу, сделай все, как я хочу. Сделай все, как я хочу. Я тебя прошу. Я тебя прошу. Позову тебя, не вернешься, эхом для меня. Отзовешься, загадаю смех. Годы плачешь, и судьба для всех. Много значишь, улыбнись же мне. Как удача, будь твоей звездой. Обозначен, я прошу, сделай все, как я хочу. Сделай все, как я хочу. Я тебя прошу. Я тебя прошу. Сделай все, как я хочу. Сделай все, как я хочу. Я тебя прошу. Я тебя прошу. Ешь кашу, Соня. Кушай, а то она и Власину тарелку заглядывает, и свою. Оборзела, жадина такая растет. Ужас просто. Кушай, кушай, собачка. Кушай, моя хорошая, кушай. Сейчас начнем есть, она бросит кашу свою. Да, и будет у нас выпрашивать. И будет просить у нас кусочки. А вдруг у нас вкуснее. Кушай, моя девочка, кушай. Хорошая собачка. Чавкает, как свинюшка. Ну, она и есть свинюшка. В собачьем обличье. Вот такая девочка хорошая, кушает кашку. Не выделывается. Да, мам? Та-дам! Это мать дает, да? Нам пожрать он. Да. Всем даю. Умничка, мать. Вообще-то у нас умничка. Посмотрите. Чебуречки. Да, вот они. Свежеприготовленные, с магазина.
салат тебе сделала, эти помидорки и болгарский перец. А мы спасибо, с Леной мама. Последний суп доедаем, он себе налили по полной прям тарелке через край. Вот, вот видишь, у нас рыбка. Вижу, вот, мать. Такая вот. И у Лены рыбка есть, да, Доня? Да, правильно. Тоже. Два кусочка. Хлебушек, два кусочка. Чай. И посмотрим, сегодня утром мы начали смотреть, меняя обмен женами. Да, да? Досмотрим, да, до конца. Такая прикольная передача, да? Да, разрядиться, мозг разрядить, что-то интересное посмотреть. Хотя, мы сколько смотрим, мне кажется, там чуть-чуть инсценировка есть все же, да? Наверное, да. Как бы по сценарию чуть-чуть. Ну, конечно, чтобы получился нормальный продукт, надо какой-то сценарий написать. Ты не хочешь передачи меняя женами? Нет, не хочу. Нет, я шучу, конечно, нет. Мне моя мать нужна. Не хочу никакой жены чужой. Вы да? первый да. день завоете. Да. Представь, какая-то другая мама к нам приедет. Что это такое, да, Доль? Хотела бы ли она так? От меня? Я скажу, кто ты? Зачем ты сюда пришла? Да, с конечно. Какой целью ты? Кто ты? С вами медведь пришел. Давай, медведь пришел. Так. Все, давай, кушаем. Хорош, да. Болтать, да? Мать. Так, налякаем. А я иду, ребятки, я иду в магазин. Пить хочу. И мама опять компот не наварила. Хочу воды, минералки, хочу холодной. Не могу, помираю. Сейчас, значит, в магазине хлестать воду, хлебать. Да лень, что-то сладенького, мороженого, что-то такое. Вот купить ВТБ, ВТБ. Боже, на улице так тепло, так хорошо. Даже ветерок есть, но он такой теплый. Так классно. А сейчас вот с отоплением дома жарко. Жарко, окна открываем. Ну, жарко стены не ломит, лишь бы не холодно было. Но неожиданно, конечно, в ноябре такая теплота. Хоть куртки снимай днем, вообще жарище. Хорошо, как обычно, мать пошла за водичкой. Смотрите, два пакета тащу. Тащу. А что делать? Вот так вот и живем. Мама пришла. С магазина пришла наша мать. Пошла за одним, блин, набрала сумки. Так, ребята. Что? Как? По списку? Нет, по списку. Короче, Лена что-то сладкое просила. Вот такие вот печенюшки взяла. Вот, сейчас попробую в чеке найти. Ага, 7,60. Оно по акции суперконтик. Я раньше их любила очень с орешками. Очень вкусненькие такие печеньки. Так, бананчики вам захватила, 3 штуки. Ой, спасибо, мамочка так, наша любимая. Сейчас я попробую их найти. Бананы, да? Угу. Бананы? Отзовитесь, бананы. Банан. Килограмм 26,55 на 15,60. Молочко. А что так мокро в пакете? Молочко течет или что? Как это мокренькая бутылочка? Так, ребятки, молоко. Молоко яготинское. Это 26 гривен. 1%. Потом захватила кукурузку. Я вспомнила, у меня в холодильнике лежит пекинская капуста. Она какой-то завтра может салатик сделать.
Так, кукуруза 17,80. Там акционная была своя линия, но нету, пустая полка, разобрали, по 15 было. А это 17,80. Mm-hmm. Потом захватила этот смесь перцев. А у меня же вот эта вот штука, ну, у нас из New Chic, да, по-моему, нам присылали? Да. Этот. И уже тут мало перца, она уже не крутит, не работает, короче, надо досыпать. И мне нравится именно вот такая смесь перцев, потому что здесь разные, ну, и белый, и черный, и красный, всякое такое. Оно ароматное получается. Так, а как оно может называться-то? Перец. Перец? Смесь перцев? Может быть, и так. Так, 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 так. Приправа. Смесь называется просто. 15,80. Ну, такая недешевая. 15,80. Дальше. Водичка одна сильно газована. Газированная. Это мне нравится такое. На ночь холодненького хлебануть. А Лена вот такую пьет без газа. Так. Одна 8,20 стоит вода, вторая 8,30. Так. А, еще я уже в холодильник закинула. Пепси по акции. Сегодня мы уже открыли. Была, да, мы ее уже открыли, попили. 16,50. А вот еще Дэнни мороженка, вот такое вот, Монако с этой. Черника, mm-hmm. по-моему, или что-то такое. Да, черничный чизкейк. Оно подтаяло, я в морозилку закидываю его. А, что-то, по-моему, 20 с чем-то. Мороз его. 20 гривен, 20 копеек. А, да, потом два чая. Сейчас. Куда ты заглядываешь? Два чая. Вот такой вот малина и с лимоном. Чай дешевый, но он нам с Ленкой нравится. Значит, один 7,90, второй 7,90. Прикольно. Угу. Так, по акции были, проходила, на полочке так красиво лежат. Говорят, Юля, возьми нас, и причем вдвоем закричали сникерсы. А это с арахисом, а это, по-моему, Ленка с лесным, да? Или тоже арахис. Ну, короче, я не знаю, чем они там отличаются. Ну, да. В каком-то из них, по-моему, больше орехов. Так, 10,70, а второй 11,40. Вот. Потом вот такую вот штуку взяла, что-то надо химическое еще взять, ну иногда хочется, что-то захотелось. Что-то погрызть, да. На кассе стояла, они стоят по акции, ты понимаешь? И так вот получилось, 10 гривен 90 копеек чипсы. Потом у нас, мы когда вчера плов готовили, у нас рис, надо риса, короче. Вот такой вот взяла. Крупа рисовая, шлифованная, первого сорта. Первого сорта. Так, а как же она здесь? Так, 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 так. Так, так, крупа. 21,90 рис стоит. Так, один пакет у нас пусть. Дальше. Да, вообще не знаю, вот такое вот печенье взяла, пап. Я его попомяла, видишь, оно ломается. То есть оно хрусткое по-украински. Это нормальное печенье. Ну, рассыпчатое это. Угу. Вкусненькое. Так, печиво. 20 гривен 30 копеек. Пап. Так, дома закончились бумажные салфетки, бумажные полотенца, рушники. Они очень классные, очень пригождаются на кухне вообще. Без них, как я раньше без них жила. Так, а как же они здесь? Ребята. Потеряла, мать. Рушники папировые, 15,80. Вот. Угу. Ласок, а что ты делаешь, Ласок? Так, майонез. Провансаль 67% тоже сегодня по акции. ВТБ то и дело какие-то акции, да, постоянно. 15,90 вместо 20 гривен 15,90 стоит. Угу. Есть такое дело. Шоколадки тоже по акции. Смотрю, на витрине акция, а шоколада нема. Что мы делаем, Юля, что делать? Нагибается и в ящичке роется и находит. Та-дам! Угу. Вот. Короче, один молочный, один черный, да? Это пористый, да. Сейчас я скажу, почем он. 11,70. Угу. Совсем недорого. Так, Ленке две мандариночки. Ой, не мандаринки, а апельсины захватила. Апельсин 37,55 за килограмм. Две штучки на 17,57. Угу. Апельсинки. И Лена тоже попросила чипсы мне, а Лена попросила химическое что-то, какие-то сухарики. Я взяла вот такие вот. Сухарики 7,20. Вот. А с чем я взяла? Королевский краб. Краб королевский. Все, ребята, вот и пойдет, все, в принципе, мать. Да. Ни много ни мало, 310 гривен я потратила. Все, такие вот покупочки. Я пить что хочу, сделаешь? У меня сегодня жажда. На улице жара, из-за отопления у нас дома жарко, да, и меня прямо, отец, я горю. Горю вся изнутри, мне пить хочется. Сейчас я закидываю воду в холодильничек. И будешь пить, она сейчас...
охладиться, да, немножко, да? Потому что теплое оно не вот. Даже вот я пепси налила, теплое не то, оно должно быть холодное. Да, да, да. Я в морозилку закинула, но у меня забита нафиг вся морозилка. Вообще полностью. До отказа. Так, все, убираем. Давай, мать. А я, ребята, смотрите, что делаю. Я жарю картошку. Лена говорит, мама, давно картошки не жарит. Давай жареную картошку. Я говорю, да давай. А что, быстро, удобно, классно. О, у папки есть борщ, он будет, сказал, его доедать. А мы с тобой по картофану ударим, да, Илеша? И у нас есть в морозилке сосиски. И будет обалденный ужин. Вполне себе классно. Я только закинула. Я сразу не перемешиваю. Надо, чтобы внизу схватилось, потом перемешивать. Но поначалу не трогаю. Вкусная будет картошка. Та-да-да-дам! Вот такой вот вкуснящий ужин. Леночка, сейчас я тебе, ой, дотянусь, дам вилочку. Вот, картошечка, овощи, огурцы маринованные и помидорки. И Лена нарисовала только что новый рисунок. Вот такая вот девочка. Девочка-припевочка. Красиво. Только мне кажется, у нее чересчур нос красный под глазами. Не? Это не специально. Специально, да? Это чтобы, знаешь, типа... Мне кажется, переборщила, не? Красноты. Ну, прикольно. Волосы, кстати, красивый цвет такой. Класс. И цветы красивые. И шея у нее длинная, красивая. Лебединая. А, она очень грациозная. И красивые волосы такие густые-густые. Умничка, молодец. Все, будешь кушать. Приятного аппетиточка. Спасибо. Блин, ребята, слушайте, попробовали вот это печенье. Оно просто обалденное. Не зря Лена говорит, оно называется чик-чик, видите? Оно настолько хрустящее. Просто тает во рту, просто, не знаю, обалденное. Мне очень-очень нравится. С чаем будет очень вкусно. Темная ночь, что там дальше? Только пули свистят по степи. А где та-дам? Та-дам! Та-да-да-дам! Мы садимся ужинать. Ребятки, у нас 1:22, почти 1:30 ночи. Почему мы так поздно кушаем? А, потому что мы было много дел, да, мы работали. А почему мы не едим до этого? Потому что если мы поедим, ну, мы не будем работать. То мы обленимся и не будем работать. Поэтому мы пока все дела не переделаем. Не едим. Да, мы не едим. Вот. Но сегодня что-то, ну, как-то поздновато устали просто, да? Да. Короче, 1:20 мы. Я не скажу, что это перекус, это жор ночной какой-то просто. Посмотри, что тут. Картошка, да, жареная, сосиска, уже, борщ. Да, мне уже как-то, и не знаю, я так уже напарочек. Уже и перехотелось, мне, да? Что-то как-то, да, уже. Ну ладно, что. Ешь. Ешь. Вот. Борщик доедает, тут уже такая гуща, отец. Осталось прям вот гуще. Ну ты любишь такое. Да. Вот, тебе весло. И... Чай, если захочешь, вон, печенье у нас есть, а сладости куча, и шоколадки, и все на свете. Не хочу сладости. Соня кашу свою кушает, вторую мы ее а кормим. А может и съем, не знаю. Как, очень вкусно, я попробовала. Вот это я себе аппетит... Как масть пойдет. Да. Вот это я себе аппетит перебила. Я одну печенюшку съела, поняла, сладкое, и перебила себе аппетит, наверное. Мне как-то оно не в то горло пошло, где-то застряло стало. Оно десерт никуда... надо, мать, есть позже. Потом, да. Да. Но они вкусные. После того как. Да. Все, у меня мозг уже спит. Все, ребятушки, мы будем с вами прощаться. Всем большое спасибо, что вы с нами, что вы нас смотрите. Не забывайте, ставьте лайки, пальчики вверх под видео находятся. Пишите комментарии. И кто новенький к нам зашел, подписывайтесь на наш канал. Пока-пока. Пока-пока.